второе место стоят. Дальше падаем на заднюю ножку, руку уводим в сторону. Так, встаем. У вас припадание на правую ножку, отталкиваемся, идем вперед. Так. Шаг вправо, шаг влево. Дальше мы вытягиваем ножки вместе, ставим и руками бьем один раз вперед. Сторону. Дальше у нас идет бит. Пяткой носком в сторону. Пум. Второй. Разбежались. Колено. Разбежались. Колено. Разбежались. И у нас одна рука остается здесь. Вторая бьет по внутренней стороне стопы и бьет сзади. Только корпус первый раз здесь, второй раз там. Дальше мы спрыгиваем на две ноги, собираем руки, вытягиваем себя. Через диагональ. Да. Выталкиваем ногу, перепрыгиваем к ней. Через другую диагональ. Выталкиваем ногу, перепрыгиваем к ней. Заводим руки, собираем сюда, выталкиваем ножку. Через кружок подтягиваем ее к себе. Делаем шаг в сторону, подтягиваем левую и через перепрыг шагаем на правую, на левую, правую подставляем к себе и потом начинаем выводить сторону. Еще раз эта часть. 5, 6, 7 и 8. Раз и два, 3 и 4. 5 и 6, 7, 8. Раз, два, 3 и 4. 5 и 6, 7 и 8. Раз, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Дальше. Выставили ножку в правую сторону. И ладошки у нас вытирают друг друга. Корпус наброшен немножко вперед. И за счет этого движения мы слегка поворачиваемся на коленочках. Сори. 4 раза. Дальше с левой ноги. Раз. Мы приседаем в пол, на два, пятки выходят в разные стороны. Опять три, на другую четыре. Опять левая, правая. И этим движением мы двигаемся назад. То есть мы сделали раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь и восемь. И отходим чуть-чуть, отодвигаемся. Руки с этого положения идут наверх, щелк пальцами. Можете пальцами работать, можете просто запястьями. На каждый второй и четвертый счет. То есть раз, два, три, четыре, так. То есть на каждый второй и четвертый счет работают у нас пальчики. Доделали щелчки, получается, что мы с вами сделали левая, правая. И на левую ногу наступаем. Правой пяткой бьем к себе. И на наотмашь бьем по кругу, обводя рукой по полукругу. По пятке. Вам. Перешагиваем. Бьем на этой ножке. Третий раз бьем сюда. И на четвертый раз мы уже не опускаем руки и делаем па-па. То есть ножку бьем сюда и сразу сюда, в эту сторону. И дальше вся эта часть повторяется в другую сторону. Наклоняем левую. И также раз, два, три, четыре. Только теперь с правой начинаем. Пять, шесть, семь, восемь. И теперь шагаем на правую, бьем левую. Раз, пам, и нас переход 5, 6, 7, 8. Соединим еще раз эту часть. И сори. Так. Раз, два, три, четыре. Так. Переход. Финальный момент. Мы распрыгиваемся на две ножки, колени смотрят в стороны, руки сложены перед собой на груди. Распрыгиваясь к левому, сразу переносим корпус немножко в левую сторону. То есть раз. Качаем его назад, бросаем его вправо, бросаем его вперед. Дальше мы либо ставим ножку на крест, либо протягиваем друг к другу, в зависимости от того, где вы танцуете. То есть можно ли двигаться в сторону, можно остаться на месте. И то же самое, когда сходятся ножки, раз. Два, три, четыре. И снова ноги широко, отходим ножку в сторону. Раз, два, три, четыре. Переход 5, 6, 7, 8. И все то же самое, только в другую сторону. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Собираем всю связку медленно в отсчет от начала до конца. 5, 6, 7 и 8. Раз, два, три и
Сентивось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 восемь. Под скорость 80. Doctor, I'm in my dungeon, missing time.